Всем здравствуйте, уважаемые мои подписчики, уважаемые мои зрители. Подпишитесь на канал, кто не подписан, ребята, нажмите колокольчик, чтобы быть осведомлены, что происходит на канале. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий к видео, которое видите. Приятного просмотра. Ну и сегодняшний утренний движ. Значит, там перевели донатик для Сашки Синего. Вот. Сейчас направляюсь к нему. Так что смотрите видос. Вот. Скажу по этой, по женщине-катастрофе, которая Татьяна Васильевна. Значит, собрали вчера мы 1000 рублей. Вот, на билет ей. Но в итоге позвонил ее муж, соизволил сам приехать. Значит, приехал, увиделись мы с ним. Я так понимаю, они там пролазили до утра. Татьяна мозг провыносила ему до утра, до открытия метро. Потому что я их видел уже поздно, после часу ночи. Ну, где-то час там с ними провел, потом, значит, как всегда, отнес Бычкова домой. Вот. Ну и, короче, на этом рабочий день мой закончился. Хотел я выйти, но уже так устал, потому что каждый день по 2 часа, но вот сегодня 4 поспал. Это вот по поводу Татьяны. Поэтому она уехала, значит, к своему мужу, сожителю, или как там еще это называется. И что еще? 1000 рублей я оставил, потому что чует мое сердце. Теперь Татьяна знает, куда ехать, и она приедет. Я думаю, сейчас синяки подживут. Вчера, может быть, муж был добрый, но я не думаю, что это будет каждый день. Вот. И оставлю эту 1000, значит, соответственно, на паспорт ей. Муж сказал, деньги есть там, все такое, не стоит беспокоиться. Но пока оставим, пока оставим этот вопрос открытым. Это по Татьяне. Все, двигаемся дальше. Так, ну и сегодня в 19:00 приедет, кто у нас приедет? Елена Елена подстригать нашу Машку. Все-таки мы доделаем дела до конца, как и в принципе всегда. Это вот Санек Синий попросил там пакеты ему мусорные и хлеб купить. И короче, ножницы я купил вот так. Я не знаю какие. 300 рубасов, 4 штуки. Ну, я думаю, Машку хватит подстричь один раз. Вот, потому что, ну, я не знаю. Ну, понятное дело, что там надо хорошие, профессиональные, может быть. Ну, вот я сделал так. Я думаю, ну и там перчаточки. А, блин, расческу забыл. Ну, ладно, сейчас будем надеяться, что не забуду. Куплю. Я думаю, Елена Елена не будет особо на меня ругаться, что вот так я купил ножницы. Так, и в 19:00 вроде она должна подъехать сегодня. Так, ну и пришли мы к Сашке Синим. Как всегда, вход в квартиру по системе агентуры 007. Отзвонились мы уже. Аслан, Олег Длинный. Сидят там на шестом выходе, похмеляются. Саня! Сейчас мне пульнут ключи, если слышат. А может, и не слышат. Санек!
Агентура 007. Ну где, ёб твою мать? Оглох, что ли, нахуй? Придется написать, ребята, WhatsApp. Балабол, блядь, по телефону пиздит, не дозвониться до него нихуя. Пришлось орать. 8 раз, блядь, крикнул нахуй. Ёшкин кот. Как в Смольный, блядь, пробраться. Ну и где? Ох и Санёк, ёб твою мать. Да. Есть. Есть. Шерсть. Всё. Наконец свершилось. Уснул у синего, ну. Лодку мою не потеряйте. Мань, не забудь про 7 вечера, Мань. А я мол здесь помню. Да и забирай ты. Лодка мисеровая. Че сигарет принесли, Аслан, говорит. Принесли, говорит, я его хуй. Я мол здесь помню. Помню, Саш, помнишь? Че? Такая Ева, 30 сигарет было в пачке. Да, да. Да. Вот суки, блядь, прикинь. Вот, а знаешь, за что? А тут что? Налоги. Да безыди. Всем. Или никто тебе не дал? Не, уже было в Японии. Охуенные сигареты. Боря, комбат. Комбат. Афганец, чеченец. Нет, по-любому. Сапер, сапер. А афган вешал, у меня всего 47 суток было. Ребята. На Саланге, на перевале. Инженерная разведка, знаешь, что такое? Ну, знаю, сапер, сапер. Маленькая проволочка. Механик, водитель. Я, блядь. Мотолыги. Знаете, блядь, болят. Мотолыги. Маленькая проволочка, да? Мотолыги. Вылез? Вылез. Просто вылез, блядь, придурок, поссать нахуй. А впереди пацаны шли, блядь. Подрыв нахуй, фугаса. И у меня на камне бросило левую ногу. Ну, фугаска? Ну, взрывной. Ну, фугаска. И это самое. Осколочный перелом, нахуй. Ну, левого бедра мне в Ташкент нахуй. Вот и вся армия. Ну, сейчас служба закончилась, да? Да не закончилась она, посмотри. Он по-любому к своим пошел, так или иначе. Да я не помню, насколько это летело. Это, блядь, страшно охуенно. Там как ну, страшно, блядь. Мы так и жили в это время, ёпта. Я говорю, я пришел тогда, это... Ой, погибло, но... Своих увидел, хуй узнаю, блядь. И наоборот, нахуй, в честь хотел. А я на этой патологии, вот знаешь, да, там мозг именно то, что я их учил. Я к ним, это, должен идти. Перед туннелем, нахуй. Туннель там другие были. Блядь, да полюбасу нахуй, туда рвешься, у меня мать с отцом, я уже домой пришел. Подписчик вот такой вот прикол замутил. Я в Казахстане призывался. Купил водки и стаканы и подписал стаканы. Я подписал, в магазине сами продавцы подписали. А, они уже там знают, да? Да. Кому что написать. Он говорит, давай 50 рублей, сейчас все подпишу. А что, там штрих-код уже, Саш, нарисован. Продавцы подписывали. Я снова штрих-код на стаканы. Да, не русский, она подписывает не умеет. Тут никуда не денешься там пробивать. Ты хочешь сказать, как подписать? Нет, ну не, я сказал, говорит, я говорю, Маша, они там, Манька. Аслан, Бульба, я сегодня поеду еще к этому, к ежику. Да. Там он тоже греф приготовил для вас. Мне папа всегда мороженое. Чего? Мороженое.
Маруся. Маруся? Да. Я говорю, Маша. Они говорят, нет, не Маша, а... Маруська сегодня подстриг ус. Маленькая, маленькая вкуснее. Ребята, согласитесь, Танюшки не хватает, да? Просто это Танюшка. Ах ты вот долбоёб. Не хватает Танюшки-то. Лёх, я скажу один случай, блядь, советского времени. Давай, комбат. Короче, после ГПТУ, закончил ГПТУ. Работал с ВАШ. Комстрайпада. Мужик, дядька Ванька у нас был кузнец. Всю войну прошел на полуторке, блядь. Ну такой, приколец нахуй. И все, на полуторке даже. Не, он всю войну на полуторке отъебашил нахуй. Кузнецом у нас работал. Приезжает казах. Картонная машина. Казах. 130-й бортовой, блядь, только дали после автошколы нахуй. Такой, блядь. Дядь Вань, дядь Вань! А он где-то столб ебался, у него бампер вот так согнулся. Ну где номер нахуй? Дядь Вань, надо выпрямить, блядь, как выпрямить? Он сидит, хуля, после обеда, блядь, он еще чекушку принял нахуй. Он говорит, Машка стоит, ну кувалда. Иди бей фаркоп, он поддастся нахуй. Тот с дуру берет, ебашит этот фаркоп нахуй. Аж пот льет, мы сидим, курим, блядь, угораем нахуй. Там же есть верхняя щеколда эта. Она аж отлетела нахуй, ебаный, все, дребезги нахуй. Ебашит, механик бежит нахуй. А этот сидит, курит нахуй. Ергали, давай, давай, блядь, вон уже поддается нахуй. А тот, блядь, с дури нахуй. Механик бежит, ты че, сука, делаешь? Фаркопов запчастей нету, нахуй, ты, блядь. Бампер примлю, блядь. Ёбаный Ваня, говорит, ты че делаешь, нахуй? Пиздец, удары были, нахуй. Запеки его, нахуй. Мужики едут на охоту. Да ладно, батя. Комбат, у нас интереснее. На охоту едут, 10 человек, ёпта. Все нахуясились, подъезжают уже из Сирии, из Москвы. А он... фары включил, и заяц бежит. Это ружье достает нахуй. Как же ебаном по зайцу? Лобового стекла нету. Ты че, охуел, что ли? Мы еще не доехали. Водитель охуел, ёпт. Представляешь? Ну, лобовое стекло, нахуй. Смешно? Пазики, ёпт. Олег, смешно? Сейчас, сейчас смешно. Смешно. Тогда было не смешно. Конечно, смешно. Пазик. Стекло было лобовое. Да ладно, это вообще не вообще. Выгляни. Ебань. Долбало, у тебя что там? Одно и то же в голове. Я уже в бане. Я уже в бане. Мне хватит. Руслан. Такой хуйни, наверное, никогда не видел. Что она говорит, что сделает? Иди в бане. Короче, ну вот. Что если я не понимаю, моют улицы, моют улицы, трактор белорусов. А мыться не хочет никого. Вот. Поехали на этом тракторе на соседнюю деревню. Байки с клепа. Байки с клепа начинают. Не, на блядки поехали. Заебал квартиру. Ну какая разница, на блядки. Забухали на блядки. Похудели там, посидели, побухали. Одно и то же всего лишь. Едем назад, пропадает свет. Ёб твою мать. Хорошо хоть с деревни не выехали. Ты вон туда смотри, Саня. А, блядь, на чём? Посмотри это, Саш. Вон, смотри это, в камеру. А, не, это ну, да. Нормально камера едет. Ну, камеру снимайте. Едем, блядь, крайний дом. Нормальная камера. Заходим. Ребята, с нижнего крайний дом. 750. Да заткнись ты, блядь, на секунду хоть. Ребята, а кто знает, где BMW аккумулятор находится? Кто знает, в семерке аккумулятор. Аслан, ты хоть чуть-чуть истории. Везде! У Вани с машины. Багажник. А? Нет. У тебя есть. По-любому. Ну ладно, это молчание. Молчание короче, ладно, Лех, это не столь важно. Доезжаем до крайнего дома, пропадает свет. Ёб твою мать. Как ехать дальше? А ехать через лес на ебашь? Это охуенно. Ну. Три. Заходим в крайний дом, говорим, блядь, дайте какой фонарик. Они дают лампу эту, нахуй, блядь. Керосинку. Да,
да, летучую мышь не боюсь. Как учить, брат, дал поеба. Заткнись, блядь, я тебе пятый раз говорю. Сибири не учили, да? Долбоеба! Если ты сахар нахуй. Ну прикинь, белорус аж по морда вытянут, да, в тракторе. Встал. Зимой. 8 человек едет нахуй. Один сидит нахуй на этом зал. Слава Богу. Один сбоку направляет. И машем домой. Ёб твою мать, 8 километров ехать нахуй. Охуеть, не доебешь. Ты думаешь, что одного такие истории, что ли? Не, просто прикольная такая хуйня была. С этой лампой с керосинкой около трубы сидит нахуй. За трубу не возьмешь, но через дом на вовую. Он сидит нахуй. Да не хруст. Да ебаный свет, что такое? Смотри, нет никого. Хрустит, хрустит, ябчик. Прыгнулся, а там ластяра стоит, ёб твою мать. Полметра с такими рогами. А как, что, скорую? Решил воды попить. Как они меня сейчас заберут скорую? Скорую? Да, да, да. Как они заберут с чем? Глаза не смотри, желательно. Я отвернулся, думаю, что делать. Я пойдет, у нас деревья есть, Коля Сипля. Ёбнем его, наверное, да, по голове? И меня тоже ёбните, и меня тоже ёбните. И тебя, да? Да, и меня ёбните по голове, чтобы я поехал в скорую. Вообще, чтобы человек же почувствует. А не в траве. Это ж только так. Нет, давай, не надо делать. Не надо делать. А ты куртку назад одень, застегнись. Да, да, да. И просто гони. Потом голову управляет. Комбат знает, что делать. Если башка, башка не так сидит. Пусть я не там сбежать проебан. Остап Бендер учил так. Мелом обрисовали, да? Да, хорош ты, блин. Я не дать, чтоб уронился. Да не, я шучу, это юмор такой. Не шути такой юмор. Так нельзя. Он комбат скажет, что это шутить так нельзя. Таких и видели, ёпта. Кто подскажет? Кто подскажет? Когда тебя не будет, вообще никого здесь не будет. Схуели. Мне подскажут другие люди уже. Да, вряд ли. Да, да, серьезно. Так оно и есть. Там она сидит, блин. Ну, я не знаю. Так нельзя вообще, шутить вообще нельзя. Еще раз всем привет. Уважаемые зрители, гости канала, мои любимые, дорогие подписчики. Канал наш растет благодаря вам, благодаря вашим лайкам, благодаря вашим подпискам. Кто не подписан, ребята, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий, что происходит на канале. И сегодня в начале видео, редко мы это делаем, но сегодня вынужденная мера. Ребята, кто имеет возможность и самое главное желание помочь каналу материально, значит, все координаты есть в описании видео, смотрите внизу. Донат Alerts, Google Pay, PayPal, вернее, карта Сбербанк привязана к номеру телефона и номер есть в описании. Мы хотим собрать средства на билет для этой Татьяны, потому что она не хочет возвращаться к своему сожителю, он ее бьет, по ее словам. Вот. Я звонил ему, разговаривал, он говорит, нет, я не буду ее там трогать, ничего, посади ее на такси, пусть едет, я оплачу. Но она категорически отказывается, он сейчас позвонил, сказал, что если она не заберет до вечера вещи свои, он их просто выкинет. Короче, она остается в своем одном летнем платьице. Поэтому, ребята, я не знаю, сколько до Твери там, ну, около 1500 стоит билет. Отсюда идет электричка, прям недалеко от Саиловского вокзала, остановка Останкино есть. Вот, оттуда идет электрон до Твери.
в районе 1500 нам хватит, чтобы ее отправить. Поэтому огромнейшая просьба, у кого есть возможность и желание, все в описании, помогите, пожалуйста, отправить человека еще не пропавшего на улице. Вовремя, вовремя надо ему помочь, этой женщине, Татьяне. Иначе, я думаю, через 2-3 дня будет гораздо печальнее вся ситуация. Огромное всем спасибо. Маленькая нарезочка. Приятного просмотра. Смотрите лайки, комментарии. Будьте добры. Не забывайте, пожалуйста, про лайки. Это поднимает рейтинг видео на YouTube. Благодарю вас. Всем добра, здоровья. Азам. Вот смотри, как ее отправлять, блядь. Сумка валяется. Сама спит. Сейчас посмотрю, телефон цел или нет. Телефона уже нет. Помады, очки. Все цело. Телефона нету. Может быть, ребята забрали на сохранение. А может быть, где-то здесь у нее под одеялом. Нету. Ну, у ребят узнаю, может быть, кто-то забрал. Вот, бычья. Все, пиздец, в дрова. И она в дрова. Ой, блядь, как вот ее отправлять? Теперь караулить, пока она выспится, чтобы сюда никто не пришел. Я ебать не хотел, блядь, эту ситуацию. Просто пиздец. Все, никакие. Ебать, на 3 минуты отошел, уже нету. Это пиздец. Ну вот я их вижу. А нет, не они. Где это баба? Это Таня, как вертолет, блядь. Ох и вертолет. И бычу взбаламутило. Бычу поднялся. Ох и Таня баламут. Ох и Таня баламут. Здравствуйте. День. Как ваше драгоценное здоровье? Как вам сказать? Танюш, Танечка, ты можешь меня послушать? У меня телефон уже нет. Я знаю, я проверил уже в сумке, нету нихуя. Я подходил сейчас, ты спала там. Я слышал, ничего. Слушай, я с ним поговорил, как бы, там все нормально. Давай я тебя посажу на такси, вызову через приложение. Он там заплатит дома. Не будет он тебя трогать, ничего. Не будет. Не будет. Я знаю, что я знал. Блядь. Я не знаю, как сильно. Ну а что с тобой делать? Ты здесь жить остаешься, что ли, да. Или что? Да? Где? Бомжевать да, будешь на улице? На лавочке. Тебе сказать? Тогда я... собирайся, я не знаю, сейчас денег соберу, может быть, подписчики помогут. Я тебя на электричке отправлю, тут вот с Останкино идет до Твери электричка. А, до Твери. Вы в Тверь ехать, да? Да. Поедешь в Тверь? Бля, я не могу с тобой целыми днями быть, понимаешь? Мне надо бегать. А если с тобой что-нибудь здесь случится, блядь? Ну, знаете, как встречается. Ты же не можешь себя вести по-нормальному, ты постоянно на рожон лезешь. Чайка меня знает, какая я есть. Я перепила, я охуеваю. Что ты там перелезешь? Нет, ты не есть. Это я сама. Ой, больная. Мой телефон. Банда. О, телефон на сохранение. Молодец, Ера. Это я видел сейчас. Собралась вся банда. О, и полицейский тоже к нам. Побомжевать, наверное, пришел.
лейтенант. Здрасте. Как ваше начало? Куда? К Лёве? Опять, блядь, вот Бульба пришел и Лёвину начали пить. Надо пить. Я не в том дело. Побегайте, наберите 130 рублей, осталось набрать. 130 нормальную бутылку. Не пейте вы эту хуету. Я знаю, что это хуета. Ну. Гроши. Юра, суетнись, блядь. Сделайте вы 100 рублей этих, ёбаный рот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По 10 рублей, блядь, можно найти, нахуй? Я 85 рублей, так кому? Тебе? Давай. По 10 рублей, жоп подняли. Ну. Я вам пиво куплю, блядь. Сидя, блядь, никто ничего не знает. Пошли в магазин. Кого? У тебя 40. Пошли. А куда у меня? Уйди, бытя, давай в казну скидывай, лавэ, блядь. Я кинул, блядь. Когда ты? Утром 12 рублей, а выпил уже, блядь, на 220, блядь. 60, куда у тебя 65 рублей было? Из кармана. Ну, а выпил сколько? Уже проспался, проссался, блядь. Нет, не обоссался. Ербан, покажи им мастер-класс, блядь. Сделай, блядь, 50 рублей. На. Соберись, тряпка. Муж ты Танькин или все? Она с тобой остается, все, к мужу не поедет больше. Да. Так что ты теперь в ответе. Передаю тебе знамя, блядь. Знамя революции тебе передаю торжественно. Чтобы ко мне не было, блядь, претензий потом. Да. Кто ебет, того и татки, или как там говорится. Ну, кто ебет, тому и мясо. Ну или так, да. Все поговорки, блядь, перепутали, да? ЗАГС, это, Тань, ЗАГС здесь недалеко, дом 17. Она здесь не расписывает. А, расписывает. Расписывают. Аслан перекрестит, все нормально. Аслан, Машку надо женить, она видишь, она орет. Машку, замуж любит, а не женить. Машку в среду подстрижем. Лена Елена, которая вчера была, девушка, передавала привет вам всем. Нет, это запись. Как ты отвечаешь? Саня, не баламуть народ, блядь, не пейте Левин Браун. Найдите ебаные 130 рублей. Олег, ты куда смотришь? Оставил, блядь, за старшего, только ушел кофе попить, все. Бабы с поляны расползлись в разные стороны, как тараканы, блядь. И бычу даже бы сбаламутило. Ух, Таня, баламутка. Бычу бы сам хер поднялся без полянки. Нормально, друг за другом. Это, слышишь, Олег? Олег. Длинный, блядь. Это хорошо, что они хоть синхронно шатались, а то бы головами уебались, вообще было бы шоу. Возьмите их три. Зачем мне три? Да возьми, он сейчас их сломает, нахуй. Так, куда еще подойти? 15 есть. Вот, видишь, 15 нашел, уже он 5 переборно. Олег, сделай вещь, я знаю, ты сейчас 1000 принесешь. Не стемнело еще, да? Ты как сказал тысячу, я смотрю на мусор, может к нему подойти, спроси себе. А звездочки у него не золотые? Я стрелял на мусора, и деньги давали мусора. Мусора, знаешь, какие бабки дают? Гаишники, гаишникам хорошо подходить.
500 рублей не меньше. Гаишники дают. Будешь должен. Да, да. 500 рублей не меньше. О, Маня кроссовочки одела. Это родственникам космоса, Царство Небесное, спасибо. Они я передали. Я вчера делала, я молодец. Молодец, молодец. А тебе я выкину просто. Ну, понятное дело, порвала уже. Ох, Танька, Танька, ёптвоя треба. Что с тобой делать, а? Подписчики, давайте соберемся на билет, отправим ее в Тверь, пока ее тут не убили. Не растерзали на куски, нахуй. Да, все человеки уже голодные сидят, я. Ну. Еще пока не трахнут. Да, ну это до вечера, сейчас, подожди, только стемнеет. Как и вы едете. Это, ребята, я и так 2 года голодный, блядь. Заебался. О, блядь, Нью-Йорк уже там. Кассует. Я не знаю. Кассует, массует. Хуяк, подоходный профсоюз, я без хуя остаюсь. 15, 8, 14, 24. Как-то так. За сколько минут? 2 минуты. Осталось тебе отбегать еще 6 и будет сотка. Еще 6 минут и будет сотка. Не, а за час сколько можно? А за час можно тут на... Значок, блядь, от Porsche заработать. Мы на Porsche Cayenne уедем. Отсюда. Ну, на значок уже за час заработает. Почему? На лейбл. Не пейте Левин Браун, блядь. Крякните нахуй, Майк, от него. А что за Майк? А что за Майк? Где ключи от моей машины? Кто? А где? А как мне уехать там? На время? На время? Делам своим. У меня свои дела тоже есть. Манька. Ты понимаешь? Для истории. Ты меня знаешь. Какие мои дела. Танюш, если получится, едешь, да, в Тверь? Поедешь? Да. Все. Уважаемые подписчики, у кого есть возможность, в описании есть все там. Google Pay, донат Alerts, Сберкарта. Привязано к номеру телефона, все координаты есть для финансовых, финансовой помощи каналу. Вот, жалко, жалко человека просто. К этому Казаму она не хочет ехать, боится, что он ее поколотит. Но здесь ей долго оставаться нельзя. Сегодня, завтра, пару дней, не больше. Иначе она тут разорвут ее на куски. Ну-ка, скиньтесь по рублю, а не то я натравлю. Сиди на солнышке, Танюша, пожалуйста, Таня, какой тебе ласковый муж достался? Цены нету. И деньги зарабатывает. Сколько там он заработал? Нет. 150? Ну вот. Маска упала, это брат. Да, ну это 5 минут. Жень. Больше не вылезу. Я закончил. Прописка еще где? Да нет, я помню прописку. Понятно. Все, Таня сказала, никуда она не поедет, только в Тверь. Казаму не поедет. Так что, Юра, собирай на билет. Она уже улыбается. Олегу вот попробуй, не дай. Такая рожа подойдет, да, к тебе? Как Олег. Попробуй ему, не дай. А что ему надо? Оно и тебе страшно, хуй знает, трясешься, ножик воткнешь или что ты дальше сделаешь. Да, серьезно, серьезно.
человек. Платье так и не переодела. Шиворот на выворот. Переодела. Но оно у нее так пошито. Иди переодела, вот. Переодела в куска. Да? Прибыстрее. У Олега два выстрела, два холостых. Стареешь, братишка, стареешь. О, полез. Роллер. Да.